Друзья, всем привет! Сегодня у меня самый простой, можно сказать, классический рецепт блинов на молоке. На пол-литра молока берем 2 крупных яйца, добавляем щепотку соли, сахар я кладу 3 столовые ложки, чтобы блины не были пресными. Он у меня вместе с ванильным сахаром. Немного взобью венчиком, чтобы яйца разошлись. Чтобы не было комочков, вливаю сначала около половины молока, может чуть меньше. Затем всыпаю всю муку и перемешиваю до однородности. Когда тесто густое, легче избавиться от комочков. И когда масса стала однородной, вливаю оставшееся молоко. Конечно, можно взять половину молока и половину воды. Если в тесто добавляю растительное масло, то тогда беру продукты из холодильника, сильно не заморачиваюсь. Но больше всего мне нравится добавлять растопленное сливочное масло, так вкуснее. Но продукты должны быть комнатной температуры, иначе от холода оно схватится комочками. Даю постоять тесту 10 минут и можно выпекать. Сковородку смазываю только первый раз. Прежде чем наливать тесто, ее нужно хорошо раскалить. Выпекаю на средне-сильном огне около минуты с каждой стороны или смотрю по цвету. Как края начнут золотиться, переворачиваю. Консистенцию теста можно регулировать. Если хочется блинчики потоньше, добавляю немного воды. У меня сковородка большая, диаметр 23 см, получилось 15 блинчиков. Иногда мне нравится потомить их в духовке со сливками. Форму подходящего размера смазываю сливочным маслом и вот так вот сворачиваю блины в трубочку, выкладываю в один слой. Можно сделать с творогом, например, но мне нравится просто без начинки. Сегодня решила попробовать по-другому, просто сложу их стопкой. Беру 200-250 мл жирных сливок, добавляю сахар и ваниль по вкусу, поливаю сверху на блины и ставлю в разогретую духовку 180 градусов на 15-20 минут. Сливки пропитают блинчики, получится очень вкусный десерт. Должна сказать, что вариант с трубочкой мне понравился больше, слоев получается меньше и блинчики так сочнее. Напишите в комментариях, если тоже любите запекать блины и какие варианты вам больше нравятся.